Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мегакул, мы продолжаем пока билдинг симулятор. Деньги есть, рейтинг есть, сборочки есть, 1070 есть. Будем собирать наш первый компьютер с двумя 1070-ми. Очень мне интересно, сколько они выдадут, но там вроде, правда, таких реквестов еще не было. Ну да ладно, что у нас сегодня? Диагностика, ремонт, заменить хард. Господи, Джеймсон, я тебя ненавижу, но люблю, ты это знаешь, да? Так, что у нас здесь? Я хотел что-то продать, или, по-моему... Или, по-моему, забей. Так, отстань, помогите, все сломал. Это что такое? Здравствуйте, мне нужен компьютер, чтобы общаться с внуком как можно дешевле заранее. Спасибо, Джин. Бюджет 500, но потратить не больше 450. Я обожаю эту игру. Ладно, подождете, ребят. У меня достаточно много всего. А, ну вот тут 3D-марк. Ну, это 2,5, это неинтересно. Так, Джеймсон, у которого не работает жесткий диск. Ты гениален, ты знаешь это? Он это знает, я думаю. Так это мы говно отключаем. Это замена. Мне интересно, когда это закончится, если честно, потому что некоторые здесь, вот видите ли, личности существуют для того, чтобы меня, видимо, насиловать морально и физически. И это прям больно. ОС не... А, ну да, логично. Что там сначала этот Оли, который мне вынес мозг? Собери компьютер, я сломал компьютер, собери компьютер. Потом ты ему собираешь, он такой, типа, ну, спасибо, я теперь киберспортсмен. Так. Окей, сейчас решим, какая сборка будет первой. У нас там кто-то хочет играть в PUBG на минималках, если я не ошибаюсь. Джеймсон, ты сколько я вот уже выполнил для тебя заданий, ты мне, по-моему, ни разу нормальную рекламку не сделал. Естественно, 5 звезд, я даже не сомневался. Только нафиг ты мне такой нужен. Так, и диагностика, которая все время перезагружается. Компьютер, да, то, что я сразу не выполню. Давай хотя бы сделаем вывод. Господи, этот ужасный корпус. Один из ужасных. Он говорит, перезагружается постоянно компьютер. Перезагружается. Перезагружаться он может по причинам того, что, возможно, что-то перегревается. Но они обычно так и пишут. Ну-ка, давай поподробнее прочитаем. Сломал компьютер, проведите диагностику, все время перезагружается, быстро нагревается. 300 баксов он мне на это дал. Ну, не знаю, давай подключим сначала все. Вот классно, да, провода вот так подключать? Через такие там перегибы, вот эти вот особенно, просто... Ужас. Угу. Материнка, процессор. Материнка, процессор. Это можно отключить, господи. Материнка, процессор. БП. Давай попробуем БП. Все время перезагружается, говорит, у него не работает компьютер вообще, но, блин, у меня, короче, все время перезагружается, а то я умираю. БП, сломано. Прекрасно. Silverstone ST55 FPT, обожаю эти названия. Silverstone 55 FPT, вот этот, 110. Возможно, не только он все время перегревается. Пасту проверим. Пентиум. Я просто на всякий случай ее нанесу. Хотя нет, давай я... Че я? Я попробую полностью обновить. Посмотреть, может там еще с процессором. Не, процессор жив. Не понимаю тогда, в чем проблема в том, что он постоянно перезагружает. Он может, я не знаю, вирус, типа... На это он пытается намекнуть, что вирус стоит какой-то, поэтому перегревается. Ой, в смысле, перезагружается. Странно, странно. Так, и гибкий оранжевый кабель он еще хотел. Можно сразу все провода отключать. Которые есть. Вот видных нет больше. Нет, есть еще вот этот, но он не изменит свой цвет. Все, с тобой, значит, гибкий оранжевый. Окей, тебя я пока откладываю. Next. Next, next, next. Next у нас две сборки. Давай сначала начнем со сборки, которая... Которая потяжелее, ну, которая 3500, дота минимальные системные требования, да.
Только теперь вопрос, какой из этих корпусов? Нет, это... А, MSI, подожди, а кто... MSI у меня как раз просил товарищ, который... Да, это у меня компьютер для другого товарища. Он не очень красивый, но он сказал, что любит MSI. Я купил ему все от MSI, поэтому... Да, этому у меня за 3500. Да, за 3500 у нас заборочка с двумя 1070. На данный момент топовая видеокарта. Наконец-то хотя бы более-менее адекватного цвета. Типа, ну, MSI красная, но не везде впишется все равно, но можно жить. Хотя бы это не вот эта вот оранжевая блевотня, которая постоянно сидела везде у нас. И никуда совершенно не вписывалась. А это еще и компьютер от Razer. И именно от Razer. Вот именно Razer прямо его собирали, делали там вот полностью. Так, несовместимо. Главное сейчас не продать. Лучшая материнская плата, которая есть в магазине. Ну, лучшая, имею в виду, для Intel. И главное, а подожди, а материнка у меня это откуда, я извиняюсь? Это я когда-то мистейк совершил? Наверное. Так, i7-6700K на следующем уровне. На следующем же уровне нам откроют i7 седьмого поколения. 7700. Так. Ставка 5 баксов. Вот это, конечно, у меня прям выкупают, так выкупают, я понимаю. Так, ну 4 штуки, очевидно же. Одному 4, второму 2. Вуаля. Система... Ах ты, скотина! Есть мнение, короче, что можно... Сначала поставить охлаждение. Тут иногда, видишь, комплектующие типа не сходятся по почему-то размеру. Но в конечном итоге, если их поставить в другом порядке, то все работает. Хотя здесь вот я сомневаюсь... Да... Здесь вот я сомневаюсь, что получится, если честно. А, нет, получится. Хе-хе. Да, видишь, если поставить просто в другом порядке, я это сделал, и все заработало. Ненавижу, тупо работает. Но... Типа, в принципе, по барабану, если честно. Так. Что у нас? БП давай воткнем. Я... Каждый раз я забываю крепление блока питания у S340-го элита. Как я это делаю, а? Ну как просто, кто-нибудь мне расскажет. Ну, должно же быть какой-то вот, ну, хоть что-то, что мне даст намек на то, почему это происходит. Каждый раз обращаю на это внимание, смотри, какая прям солид материнская плата. Она вообще не изменяет цветам, я смотрю, серым, да? Она просто вся серая. Она хоть светится, интересно? Увидим. Так, давай жесткий сразу поставим. Подожди, вот тут сейчас главное... Ну, я так понимаю, что... Типа... Я им сделал вот так? Наверное. Ну, типа, и это тоже второму. Скорее всего... Да, я думаю, так и было. Так, теперь главное, ну, 10... Откуда у меня эта видеокарта? А это у меня другому челику. Да ты гонишь. Она не влез... Что? Это бред полный. Ничего она не меж... Серьезно? Это бред... Не... Она не... Он не может мешать просто. Я даже не знаю, как посмотреть так, чтобы увидеть, что оно не мешает, но оно не может мешать. Да ладно, серьезно? Ну, типа, а если в другом... Нет, можно ее убрать, вот этой дырки не будет здесь. Но... Что-то какая-то это бредятина, хочу я сказать. Реально. Типа оно чуть-чуть задевает, да? Ну,
супер странная хрень. Ну ладно, типа, у меня как будто у меня есть выбор, с другой стороны, просто... Это просто максимально странно. Типа, это, в этот корпус что угодно влезет. Как верхний не снимается. Хочу как-то посмотреть просто, что... Ну, блин, это странно. Ладно, ну останется, значит, челик без декоративной панели. Что поделаешь? Выбора нет. Просто, ну, влезает туда все. И влезает, ну, как бы любая видеокарта. И ничего не это. 2080 это в него влезает спокойно вместе с этой штукой. А так получается, что... Ну, да, выбора нет. Просто... Просто обидно. Потому что минус один логотип Razer, только что этот корпус потерял где-то примерно в стоимости баксов 300, мне кажется. Это очень больно, ну ладно. Интересно. Как он даже смотреться будет сейчас, я не знаю, без этой штуки, я никогда его без нее не видел. Вот, ну там просто будет чернота, как я понимаю. Ну, ничего, да, просто без декоративной панели. Обидно, обидно. Она просто еще, помимо прочего, закрывает вот этот кабель-менеджмент, который здесь имеется. Как бы... Его теперь видно, но я ничего с этим не могу сделать. Печаль, беда. Так, провода подключены, термопаста наклеена, все сделано, корпус собран не до конца, только потому что здесь вот это. Что-то как-то дешевенько получилось. 1140. Так, это кому я собираю-то? Текэмп. А, ну нет, подожди, почему у нас получилось? А, нет, речь... Забей, все нормально, все хорошо. Я не знаю, как-то странно показалась сейчас сумма. О, оно светится. Серьезно, они на 10-е поколение сделали светящиеся вот эти штуки в MSI, ничего себе. Так потому что это не элит. Вот в чем проблема-то заключается. Твою мать, доброе утро. Это не элит, господи, это же Razer корпус. Это S340 обычно, он поменьше. Естественно. Ладно, неважно. Nevermind, верните мне мои деньги. Мартони, кстати. А почему Мартони, я извиняюсь? Не, я ему ничего ставить Мартони не буду, иди в задницу. Мне так, 5 звезд, мне нормально. Хорошая сбу... Что я поставил ему от Мартони? Я не помню. Неважно, короче. Есть 5 звезд, можно жить. Так, и вторая сборочка. Вторая красивая сборочка. Ну как? Менее красивая. Плохой сок. Ты. Там водяночка, MSI. Кстати, я не знаю, как тут... Нет, тут три вентилятора, да. X62 влезет сюда спокойно. Интересный корпус, ну, MSI корпус, не лучший корпус, я не думаю, что MSI делают хорошие корпуса. Может быть, жить можно. Сейчас как раз узнаем, как MSI делают корпуса. Это, наверное, единственный корпус, который я видел вообще в своей жизни от MSI. И то я вижу его в игре, как бы, поэтому... Явно видно все. А как ты думаешь... Мешается, да? Тут не нужны эти вентиляторы просто за счет того, что водянка. Тут настолько серьезное охлаждение сюда не критично. Так, материнка. Ну, типа ее это там. Явно. Она же под киби... Да, она под кибилейк. Что самое интересное, это другая. Это не та, которую я до этого ставил. Откуда она у меня вообще? Хотя я, кстати, мог купить другую. Я мог купить обычную. А может и необычную. Не знаю, сейчас посмотрим. Просто если я бюджетом упрусь,
перебором, то тогда... Тогда будет не очень. Так. Но этот в любом случае будет выдавать 3000. Без проблем. Клей, плес, термопасту. Так, мы не ошибаемся два раза. Мы... А нахер я все 4 открыл, у меня всего 2 осталось. Так, я просто поставлю вот эту край и вот этот край. Отлично. Клажденица. Ну, плюс к тому же у него еще и от MSI видеокарта. Ну, так простенький корпус, не самый удобный в плане использования, но очень простенький. Ну, это MSI, типа, господи. Не, куда? Стой, подожди. У нас здесь одна видеокарта, у нас ограниченный бюджет. Ну, как ограниченный? 2500. Так, это есть блок питания. Тун-тун-тун-тун. Сразу блокировку на место. Вот эти, смотрите, кстати, все больше появляется заданий новых на уровне «Собери компьютер там за 500 баксов». Ну, кстати, там все что угодно можно собирать за эти 500 баксов. За 450, конечно. Я извиняюсь. Как ему могла мешать верхняя крышка, я представить не могу. 2300. Нормально, пойдет. Ну, мы больше ничего не добавляем. Так, какие кабели сюда пойдут? Я думаю, обычный плетеный, черный, муфтированный. Тут не самый выдающийся компьютер получается. Мощный, но не идеальный. Так. Давайте первый раз в жизни мы попробуем запустить компьютер не от... кнопки P на клавиатуре, а от именно кнопки запуска. Так, ну он выдаст фигню. Просто пока он будет обрабатывать, я заказы заберу следующие. Кстати говоря, 11 тысяч. Даже уже практически больше. Типа берешь такой... А где там кнопка? Как ее тыкнуть? Вот она. Пам! Просто макс... Серьезно? Он выдает надпись. Что вот это такое? Это что? Это по-человечески сделано? Ладно. Странно, но почему бы и нет. Так, ты ждешь блок питания, да? Все, пока что в ожидании. Нам нужен 3D-марк. Светящийся этот вентилятор. Ну это киберпанк, я считаю. Это просто вот что, вот это видите? Это нормально? Гениальная вещь. Так, ну ты пока работай. Там 3000 покажешь. Смотрим, что у нас там дальше. Asus ROG Strix 1070, прекрасно. MSI Gaming Z 1070, хорошо. Как дела? Требуется ремонт, там без палитры не разберешься. Покумекайте, пожалуйста. Когда включаю, то ничего не происходит. Ну вот разве что вентилятор вращается. Сможете все сделать до завтра? Я комп на пол ставлю, он весь пыльный, наверное. А можно плетеный оранжевый кабель туда? Мне говорит, что у меня типа требования 5 звезд. Хотя у меня и так есть 5 звезд. Это как так? Ну, короче, я не могу выполнить. Поэтому мы его отклоняем. Потому что у меня 5 звезд, но не 5 звезд. Типа, вот там пиксель, вот этот пиксель надо там поймать или что. Привки, сможете пошаманить? Разберетесь, что с ним случилось? Не увидел клипсов для оперативки, слегка увлекся. Дедлайн 9 дней, я фанат G-Skill. Вы вроде бы можете поставить, бла-бла-бла. G-Skill. Снайпер X, Сильвер, ничего себе. G-Skill. Так, планки памяти. G-Skill. А, вот она. 8 гигабайт, 3200, да? Да. Идеально. Поиск был идеально. Она одна у него. Хорошо. Заменим, сделаем пост... Ставим 1050 стоит. Хорошо. Принято. И здравствуйте, мне нужен компьютер, чтобы общаться со внуком как можно дешевле заранее. Спасибо, Джин. Хорошо. И все?
Как-то слабенько сегодня. Так, компьютер за 500, за 450, извиняюсь, баксов. Очень странно, почему-то иногда бюджет показывается один, а говорят, собери за меньше. Я не очень понимаю, как это работает, но... Окей, корпус, короче, максимальный, максимально дешевый, вот Silverstone. Как и материнка. Вот эту материнку, процессор, вот это охлаждение... Тут можно хоть Pentium, да, самый крутой Pentium мы поставим. Вот, самый крутой, два ядра. Просто, нет, подожди, мы не перебарщиваем. Надо будет посчитать потом. Мы не перебарщиваем, блин, Pentium что-то за 90 как-то дорого. Памяти ему хватит. Вот этой одной штуки, карту. Это что? Это что? Это существует, это видео... Ну, я что-то более-менее адекватное поставлю, с вашего позволения. Максимально дешевое это. Тут, ну, давай хотя бы на 350. Итак, считаем. Мы берем 660 и вычитаем оттуда 220. Ну, понятно, да? Можно даже что-то взять получше. Но нет. Но я ничего не возьму получше. Всего 660. Как-то копеечно. Чё, выдал? 5300. Ну, я говорил, будет лучше, чем надо. Как всегда. Собрали очень достойный ПК, 5 звезд. В Deadline уложились, комплектующие от MSI есть. И нам добавили хайпербестовый H440NZXT и водянк, наверное. Это водянк? Be quiet. Нет, это не водянка. Ну, охлаждение, короче. О, у нас такой Роджинек уже есть, ничего себе, клево. Окей. Блин, 11300, даже больше, да, там плюс 600, почти 12 тысяч. По-моему, пора тратить бабло, как вы считаете. По-моему, мне кажется, пора что-нибудь купить. Что-нибудь, даже не знаю что. Вот даже не знаю, что. Вот, ну, что-то нужно, понимаешь? Что-то, какое-то улучшение, я думаю, имеет смысл взять, потому что это нам облегчит жизнь. Немного надо потратить деньги. Я играю в эту игру почти 20 часов, и я все это время не знал, что здесь, оказывается, можно выключать свет. Клево. Да, класс. Кстати, последний день февраля. Ну так, на секундочку. Тин-тин-тин. Дешевле только даром, да-да-да. Но, ух ты, о май гад! Раз, два, три, четыре, пять, шесть! Так, я понял, я понял. Это было затишье перед бурей, понимаешь? Тут просто... Тут все ясно. О, как оно... Ой, как оно хорошо... Вы почувствовали этот эффект сейчас? Что-то еще не так идет. Или я просто не все подключил? Видимо, сейчас какая-то еще проблема высунется, да? Yes, of course, окей. Давай смотреть. Но это надо запускать уже. То есть он как минимум должен запуститься и еще начать ныть. Процессор работает, видеокарта работает, все крутится. Вирусы? Но он дает 190 еще. Материнка есть, оперативка... Была бы не найдена, если бы не было. Жесткий диск не может не работать. Это круто. Так, ну вирусы? Типа а-ля он постоянно перезагружается. Моя теория про вирусы оказалась верна. Так это работает, я надеюсь. Ну быстрее, пожалуйста. О, да. Это были вирус. Все, да.
Люблю, конечно, эти корпуса, где крышки просто вот берут и просто закрываются. Там на защелку, как у... просто минимальный геморрой. Оранжевый кабель. Гибкий оранжевый кабель. Именно кабель. Так я мог, а? А, ладно. А, ну диагностика-то есть, надо просто будет его запустить разок. Так, что там еще? Что еще там может быть гибкого оранжевого цвета? Все, ничего больше вроде. А то, видите ли, мне интерфейс говорит, что у меня есть пятая звезда, а игра говорит, что у меня нет пятой звезды. Мне как-то обидно становится, я не хочу терять сейчас рейтинг. В пользу этого бреда. Сейчас еще кажется, что я какой-нибудь кабель пропустил. Вот я скотина такая, вообще ужас. Да, комп перестал включаться, но они все починили, и сервис просто офигенный. Я знаю. Это потому, что я офигенный. Ох. Красиво. Team Group, правда. У меня такие оперативки. Господи, там сборки. Ой, там сборки. Там две сборки за 3500, если что. Так, теперь давай самое сложное. Сделаем диагностику. Для начала. А, диагностика это оперативка. Да, это самое легкое в итоге. Блин, как круто просто нажимать на винт, и он сам откручивается. Ничего себе, оно камуфляжное, ты посмотри. Оно просто, это что? Гениальная вещь. И пам-пам-пам-пам. Да, видишь, потому что это элит, и он подлиннее будет. То есть у него... У меня нет 1070, так случайно. Нет, у меня 1070. Надо, вот когда будет 1070, надо будет какой-нибудь сраный... Вот, типа, если будет еще элит в доступе, просто проверить, посмотреть. Типа, вдруг. Чисто ради интереса. Светящийся, господи, кулер, здорово. Что это? У нас теперь светящиеся все делают, да? Скоро будет светящиеся... Не знаю, что. 5 звезд, провели диагностику, отремонтировали. Мастер как-то узнал, что я тащусь от G-скилл. Ну так потому, что G нравится всем. Котики. Сорки, что я всем сразу, но тут такая грустняшка, что не смогу каждому отдельно. Может, в новостях видели, я проиграл дело. Это гадина ползучая, это ничтожество, она забрала у меня все. Все. Мне даже пришлось лететь в Сан-Тропе к моему самому-самому другу... К самому-самому другу эконом-классом. Темные очки выручают, меня в них никто не узнает. Я прям в расстройствах, но жизнь продолжается. Люди все равно узнают правду. Вы обо мне еще услышите, Джеймисон? Гори в аду. Так, что у нас там? Ну, видимо, 5 заданий, а не 6. Ну, все равно что-то до хрена. Так, и теперь самая днищенская сборка, которую можно только представить. Итак. Сверхгениальная... Как... Быстрее теперь все это происходит. Офигеть! Я счастлив, что я потратил эти деньги. Мне не жалко. Я считаю это успехом. Так, это можно продавать автоматом. 8 баксов поставили. За что мне это? Я даже поставил оперативку в итоге дороже, чем у меня есть. Продай это говно, господи. Так, значит, термопаста. Интересно, если человек, который не разбирается в термопасте, если я ему отправлю компьютер, у которого нет термопасты, вот я типа забыл ее, да? Как он на это отреагирует? Он напишет, типа, гады не сделали мне термопасту, хотя понятия не должен иметь, что это вообще такое, или что? Просто элементарно интересно. БП войдет без? Войдет. Как? Вы чувствуете скорость просто? Я летаю. Пам-пам, оно само открути... боже. Я мечтал об этом с самого начала этой игры. Это не сравнится с всеми прокачками. Там будет просто все собираться... Все собираться будет само. То есть вот просто вот оно берет и собирается. Ты сидишь на стульчике... Я решил не подключать кабели, потому что оно зачем? Ты сидишь на стульчике, наблюдаешь за всей этой историей, и компьютер просто сам себя собирает. Это новый компьютер, новые технологии, Asus ROG, типа. Так что да.
Типа, ты никогда об этом не задумываешься, но на самом деле вот эти постоянные там открутить винт, прикрутить винт, это очень много времени занимает. Ну, очень много, то есть ты сидишь, и прям у тебя такой гемор появляется, что ты вот сидишь, крутишь. А так я просто на каждую прокликал, она сама закрутилась, открутилась, и все нормально. Качественно сделано. Пум-пум-пум. Так, ну она запустилась, все, больше ничего не надо. Я не думаю, что имеет смысл тут настраивать подсветку какую-нибудь. Запускаем. Прям 5 звезд на обзывике там. Так, ну и как бы читаем. Блин, 7500. Отдать, не отдать, отдать, не отдать, отдать, не отдать, не отдать. Многоуважаемый господин, госпожа, я бы хотел новый компьютер. Я все хотел поиграть в World of Tanks на рекомендуемых. Очень срочно нужно как можно раньше. Вы же вроде можете БУ поставить, вот не вздумайте. 3500, за работу 470. Тут за работу 395 еще. 290. 487. Неплохо. У меня два задания косарь уже мне делают практически. Сверху. Это хорошо. Жду, когда хотя бы пока... А, и вот это вот еще есть. Шутка. Но что если бы в этом письме и правда был вирус? Вы готовы к такому повороту? Может, вы думаете, что вы готовы? Вы понимаете во все возможные последствия? Точно? Вы готовы потерять все из-за своей безалаберности? На minitech.com вы сможете бесплатно просканировать свой компьютер и ознакомиться с нашими предложениями по компьютерной безопасности. Minitech на страже вашего покоя. Горите в аду. Аурус. Так, у нас две сборочки по 3500. Компьютер не посмотрите, надо отремонтировать кое-что, я все очень таинственно, какое ваше экспертное мнение? Я упал на ПК и что-то хрустнуло. И это было не у меня. Понятия не имею, что случилось, нужно успеть за 2 дня. Ничего, что я его в принципе не чищу, я ничего не делаю, оно ломается. Я ничего не делаю, падаю на компьютер, он ломается, как он посмел, я вообще в шоке. Ну давай посмотрим, что за 2 дня, ну должно быть нормально. Новый ПК, 3 новых ПК у нас, ё-моё, так. Денег хватит, что самое страшное. Так, World of Tanks на рекомендуемых настройках. Мы на всякий случай, конечно же, смотрим, что там надо для World of Tanks на рекомендуемых настройках. Нужно все, что есть. Нужно все нормально, я имею в виду. Так, хорошо, принимаем работу, давай соберем. Значит, корпус 3500. Ну, типа... давай сделаем тест. Сделаем тест. Кстати, один из компьютеров я, наверное, вот этот соберу. Просто ради интереса. Мы сделаем тест. Мы соберем сейчас... Где? Где S340 Elite? Алло. Я его пропустил? Не понял. S340. Silverstone, Reginec. Вот, Elite. Давай соберем... Давай соберем 2 хипробеста, почему нет? Типа один для танков, второй там для того, что-то... У нас же 2 сборки по 3500. Ради эксперимента, посмотрим на размеры. На 2 хипробестовые, сделаю радужный его. Так, значит, материнка... Кстати, какая из них, простите, не влезает... Надо вот эту, а не ту, сейчас мы уберем. Они просто разных размеров. Это E от X. E от X от такое. Так, 6700К, где мой? Вот мой 6700К. Значит, охлаждение 62 только влезет. Памяти мы тебе сейчас насуем. 1, 2, 3, 4, естественно. Карточка 1070. Они одинаковые по размеру. Вот это даже подлиннее, смотри. Rockstrix, он 298 мм. На 9. Ой, на 19 получается больше, чем. Чем MSI версия. Да, будет Asus ROG. SLI, естественно. Данные хранить. У меня M2 еще не открыт. А у меня нет материнок для того, чтобы M2 хранить. Терабайт, 4 терабайта и БП у нас черный корпус. Ну, там не черный он такой. Пойдет, 3450. Это первый компьютер. Второй компьютер 3500.
Вы вроде как хороший мастер, я хочу топовый ПК. Можете добиться бенчмарка хотя бы в 3946? В интернете про необслуживаемые водянки пишут, можете мне такую поставить? Я фанат NZXT, у вас же БУ не вставляют, не? 3500, в общем, по сути, могу собрать ровно то же самое, что я сделал только что, точно такой же бюджет. Задачу выполнить спокойно. Давай, да, давай так и сделаем. Только корпус будет... А, хотя подожди. Тут есть, типа, длина видеокарты максимальная, не? Короче, плевать, у меня тут корпус стоит 200, да, ну то есть, смотри, я просто собираю два одинаковых компьютера, такой же корпус, такая же материнка, такой же процессор, охлаждение тоже X62, планки памяти 1, 2, 3, 4, SLI Asus ROG Strix, данные сюда, данные сюда, BP черный Silverstone. У меня 3500 плюс 3500 должно быть 7000, но вот у меня 6800. Как можно заметить, у меня просто два монстр PC вот здесь сейчас находятся. А, ну что-то просто удвоилось. Угу. Да, видишь, у меня такой корпус, две материнки, два процессора, два охлаждения, 8 оперативки, 4 видеокарты, 2 SSD... 2 по 4 терабайта и 2 БП. Просто идеально принимаем. Компьютер не посмотрите, это мы тебе уже посмотрим. Новый ПК, еще один. Привет, можно попросить? Собери комп, плиз, очень надо. Сможете запустить Fable Fortune на минимальных? Как думаете, получится сделать за 9 дней? У вас же БУ не вставляют, мне брат сказал, что надо обязательно ставить MSI. 2750. Я, пожалуй, чтобы сейчас во мне математика не умерла, закажу вот это. Так уж и быть, я пожертвую... немного деньгами. Пипец, я баблище все просто спустил на эти два. Так, ну тут у нас поограниченнее бюджет. 2750, но все равно, наверное, NZXT. Подожди, фанат MSI, что? Я не хочу опять этот корпус. Я ему другой от MSI поставлю. Давай H440 бело-фиолетовый. Почему бы и нет? Я не знаю, это будет выглядеть, наверное, не очень, но... Но посмотрим. Так, система охлаждения X62. Материнская плата есть, планочка... Ну, пока 4, я думаю, многовато 4 будет, потому что видеокарта сейчас будет большая. Терабайт, 4 терабайта. Я уже переборщил. Нет, почти переборщил, БП еще. 2800. Давай уберем. Будет просто поменьше памяти. Будет 32, не 64. Это есть. Все есть, прекрасно. Можно работать. Только вот не через 10 дней я убью вас, если это произойдет когда-нибудь еще со мной. Все, мы банкрот. Поздравляем нас. А я решил не смо... А, ну Fable Fortune на минимальных, ну все что угодно же пойдет, чтобы оно работало. Ну типа AMD, ну давайте вот Quad-Core 1300X. А, вот, 6700K подходит, прекрасно, все, слава богу. А то у меня паника просто, я нервный немного. Так, и вот мы, короче, давай прямо сейчас затестим. Первое марта, by the way. Скоро будет 8, надо будет поздравлять всех, ну вы понимаете, да? Неужели больше скидок? Какая-то пересылка, пекарня сломалась. Так, давай диагностику сначала посмотрим. У меня 3 сборки сегодня. Офигеть. Так, давай посмотрим диагностику. Какие там проблемы появились. Должно быть сделано к завтра, ну... Это чел, который упал на корпус, и что-то там произошло, короче, я не знаю, что это было, но ты посмотри, а то я, ну, дебил. Ты же понимаешь, меня я такой. Я ничего не делаю, он как бы сам ломается. Блин, тут жесткие диски реально хранят. Вот это такое тупое место, чтобы хранить жесткие диски, если честно. Так. И вот тут я задумался, влезет ли сюда 1070 в такой корпус. Я думаю, можно слот просто харда убрать и влезет. Так, что-то здесь не работает.
Упал, я не знаю, что это может быть. Это все что угодно может быть. Того, что он там упал, видите ли, у него все сломалось. Он не запускается. Давай БП проверим. Я очень просто хочу верить, что это не материнка, потому что материнка это геморрой менять. Тут вот все провода. Пам-пам-пам-пам, просто инстантно. Сломанный, да. А, нет. Д. Кеннеди? Ты же, задание у меня, да? Не, работает, значит, материнка. А у меня какая-то материнка есть. Не вот это, конечно, но получше. Я могу... А, меня... Он дает 400? Ха! Просто теперь я на 100% уверен, что это материнка, поэтому... Поэтому давай-ка посмотрим. Может быть, я прямо сейчас смогу его, ему сдать это все. Все это дело страшное. Так, отключай, удаляй, отключай. А, тут Ryzen. Не пойдет, надо покупать. А лишнего процессора так свой... Ну, и он мне не даст процессор поменять, это будет тупо. Ну да. Martoni 320 MTEC Plus, которая самая дешевая под AMD. Которая вот это, да. Окей, ее закажем. На следующий день приедет, я ему сделаю. И у нас три сборки. Давай соберем тот, который с NZXT там фана. А, хотя у меня все NZXT фанаты. Одно из 3500. Вот который World of Tanks. Начнем с него. Я хотел ему собрать как раз... Где элит? Это не элит. Вот элит. Просто элементарный интерес вот в видюхе у меня. А то просто, может, я чего не знаю, и мне придется, типа, когда я буду обновлять себе видеокарту, убирать эту штуку у себя, потому что мне бы не хотелось этого делать. Она мне нравится. Она прячет кабели, она красивая. А у меня не 1070 будет новая видеокарта, там побольше. Там они, там с поколением у них все равно растет же. Вот это, а там на поколение больше, как бы, поэтому что-то стрёмно. Вдруг что-то не так пойдет, придется убирать эту штуку. Это уже, это, знаете, такой, это интерес уже почти что ИРЛ. Будет ли оно работать? Так, мы сначала ставим охлаждение, потому что это супер, супер система. Где сначала надо ставить это, а потом только оперативку. Ставки нет. Вот здесь, главное, мне нравится. Тут 9. Короче, я на ПКБ больше ничего не продаю. Это какой-то... Это просто трата денег. Так, отлично. Ну, понимаем, да, где у нас самое большое количество бабла сидит. В каком конкретном месте весь бюджет на сборку был задоначен. Господи, как у меня много всего хорошего-то в инвентаре просто, а? Как хорошо живется. Так, значит, давай разберем. Итак, РС. 2, 3, 4. Смотрим. Значит, S340 Elite. 1070. Да, она влезает. Я же говорю, это просто, типа, не может быть, потому что оно там в упор, да, но оно влезает. Все нормально, все хорошо. Больше никаких, больше не нервничаю. Ох, как здесь охлаждение, это вот в этом месте-то не будет. Клево вообще. Вот это место очень хорошее просто. Сгорит просто этот SSD-шник в какой-то момент, я думаю. Круто. Вот HyperBeast. Красивый, я только не знаю, какие кабели пихать. Надо вообще разноцветный. Ну, наверное, красный. Чтобы немного разбавить внутренность, потому что внутри все черное. Сделаем красненьким ему. А, это... А, стоимость перепродажи показывалась. Вот почему я подумал, что что-то как-то дешево выходит.
Это 1070, они с этими... Только один... Это 6 или... Сейчас, подожди. Воткни. Это 8 пин, только один 8 пин. Я не помню, что видеокарта. Просто это 1070, и здесь питание на одинарный 8 пин. А у меня как бы сейчас 980, и у меня 2 8 пин. Но у меня это MSI, правда. Ладно. И Asus ROG они, как правило, делают на 2. Еще одна причина, по которой это немного странно. Так, да, я поставлю, что это хотя бы. Кому я это собираю, это хотя бы? Явному Джеффу? This is Dubstep Beyond. 3420. Как оно светится? Надо настроить блестюшечки все. My name's Jeff, явный Jeff. Вот этот вот джин, какая-то пересылка, это что-то мы собирали уже ему. Помнится мне. И там, скорее всего, сейчас будет либо что ты наделал рода комментарий, либо спасибо огромное. Надеюсь, конечно, на второе. Ну, так HyperBeast красиво выглядит. Просто видишь, как только начали появляться нормальные видеокарты, там, ну, типа Asus ROG Strix, в плане внешнего вида, не вот это оранжевое дерьмо, а что-то более-менее хорошее, сразу все стало вот на идеальном уровне. И выглядеть стало очень даже неплохо. Что-нибудь так? Корпус я забыл заглушку, эту блокировку PCI, да? Ну, естественно. Кто бы сомневался-то, господи. Нет. Специализируется на сборке компьютеров. Ну, не то, ну уже теперь да. Уже теперь специализируется. А, там, да, там большой... А этот чел, который там мне с внуком общаться надо, слушай, собери. Так, следующая сборочка. Это HyperBeast. Это для кого? Это HyperBeast для... напульсника. Ой! А знаете, что я вам скажу-то? А тут нет другого места для хранения жестких дисков, да? Может возникнуть проблема. Но, возможно, он будет пользоваться только SSD-шниками. Ну-ка, подожди, везучий напульсник. Вот он. Я напомню, что нас все еще ждут сборку Лола, где-то уже полтора месяца, я не знаю сколько. Которая 4К, где у меня все еще нет процессора. Так. Короче, какая проблема? Охлаждение. Я сюда водянку, может быть, впихну, но только с трудом, а большим очень. Давай пытаться, конечно. Но есть сомнения. Возможно, придется прям снимать большинство слотов. Но сейчас посмотрим, как получится. Я надеюсь, что... Просто оно явно поддерживает охлаждение, но я думаю, что просто небольшая заминочка вышла. Тебе тоже, ему тоже 4, точно. Так, а заминочка значит следующее. Мне, чтобы сюда поставить кракена, надо... А, можно наверх запихнуть. Можно запихнуть наперед. И, например, вот если я уберу вот так... Сейчас... Это просто эксперимент. Реально ли? Угу, надо все убирать. Подожди, мешается что? Мешается и то, и другое, да? А если я поставлю, например, вот так, то места под жесткого диска не будет, да? Только сейчас надо в этом убедиться. Да. Тогда наверх будем ставить. Не, надо нормально. Тогда да, значит ставим наверх. У меня другого выбора нет.
Стоять. Они были маленькие. Они были маленькие, их было три. Они у меня накапливаются, что самое клевое. Так, возвращаем все слоты под харды. Момент был недосмотрен немного. Не продуман. И что-то не, я главное забыл, что там типа жесткие диски справа. Я думаю, блин, наверное, должно быть все равно как-то куда-то пихаться. И куда-то там оно, конечно, пихается, но вот не так. Блин, дебильный корпус. Если честно. Так, ну значит, я вот это снимаю. И наверх, да, будем ставить. Так вот. В целом тоже вариант. Для сборки. Просто не самый идеальный. Но вариант. Так, раз. У меня же слайд для него. 1070 и сюда влезет хотя бы. Хотя бы 1070 сюда влезает. Прям в притыкулю просто максимальную, офигеть. Стоять. Я два раза ставил, я вспомнил. Я поставил, потом убрал, значит, термопаста там. Значит, ты меня не обманешь больше, играя этими методами. Не-не-не-не-не. Я тебя читаю теперь просто как как максимально открытую книгу. Сюда SSD-шник, конечно же, не вставится. Ну, в смысле, ставится, надо убирать видюхи. Я могу сюда поставить SSD-шник. Я не могу сюда поставить SSD-шник. Ну, значит, мы убираем видеокарту еще, очевидно. Одну. Вторая. Что? Вторая-то чем мешается? Чем болеешь? Тоже с охлаждениями вот здесь будет очень хорошо. Ну, реально. Так. Водянка стоит, просто не подключена. Панель верхняя, надеюсь, встанет. БП. Конечно же, я не снял заглушечку. Ну, просто зачем? Это не нужно совершенно. Так. Есть, это есть, это есть, это есть. Все, кабели подключаем. Ну, тоже красные, наверное. Там есть... в магазине можно купить радужные кабели. Я не знаю, как они выглядят. Я ни разу не пробовал, но... Радужные, то есть, я так понимаю, там будут прям максимально разноцветные кабели. Вот мне кажется, в Hyper Beast самое идеальное такое впихать. Ради интереса, когда я внезапно стану миллиардером в этой игре, я думаю, я обязательно куплю и посмотрю. Это как минимум должно быть интересно. Тут даже кабеля особо не видно. Смотри на это просто, что это вот. Даже особо, блин, не попонтуешься визуалом. Ну окей. Так, водянка есть, все работает, в 3D-марке должно быть много, в 3D-марке будет намного больше. Кстати, как раз сейчас узнаем, как себя выдают 2.1070. Я думаю, хорошо. Тун-тун-тун-тун. Ты ожидаешь. Ожидайте. Март. Ну, так симпатично. Этот, кстати, выглядит посимпатичнее S340-го элита в плане вот именно картинки. Потому что в ней тут хотя бы есть смысл. Потому что S340 Elite, он тоже красивый, на нем тоже есть эта наклейка, но она с той стороны, которая, как правило, стоит вот спиной к вам, грубо говоря. То есть оно находится на спине, а это вот именно прям ну, корпус такой красивый. А S340, ты всегда на него смотришь на стекло. Просто потому что так удобнее. Так, ну и пока у нас, в общем, тут проводится тест, я думаю, на этом пока что с вами остановимся. Да, посмотрим там, когда будет идти дело дальше, но все очень хорошо. Тратим много денег, при этом получаем тоже немало. Ну и улучшения уже вот пошли, я как-то более спокойно трачу на всякие апгрейды. Ну и будем смотреть, что будет дальше. А на этом пока что все, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь, а мы увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.